Космобелла. Салон счастливой невесты. Выбирая платье, начни с лучшего. Космобелла. Читаешь в интернете советы по подготовке к свадьбе и удивляешься. Оказывается, есть такие люди, которые ко всему готовятся заранее, как минимум за полгода. Но мы, кыргызстанцы, не такие, как все. Мы любим все делать в последний момент, и именно поэтому много лет назад был создан телепроект «Свадебный переполох». И когда проходит кастинг в жизни спонсоров и героев программы, начинается самый настоящий переполох. Самая главная цель – найти свадебное платье, которое понравится победителю. За нарядом мечты традиционно отправляемся в полюбившийся нам свадебный салон «Космобелла». По улице Токтагула расположился второй салон «Космобелла». Это сказочный мир для барышень-невест, где их окружат вниманием, заботой и участием. Правильное и яркое освещение, зеркала, просторный подиум – все это позволяет невесте почувствовать торжественность момента. Здравствуйте, Анастасия. Я поздравляю вас с победой в свадебном переполохе. Очень рада вас приветствовать в нашем салоне «Космобелла». Давайте пойдем выбирать платье. Меняются сезоны, направления моды, но одно остается неизменным – любовь невест к пышным платьям. И дизайнеры поддерживают этот поистине вечный тренд. А кто сказал, что в свой торжественный день невеста должна быть скромной? Огромный выбор невероятных свадебных платьев вы найдете в уже полюбившемся свадебном салоне «Космобелла». Нарочито скромные и подчеркнуто богатые, пышные и не очень. Всех цветов и размеров. Выбор наряда для особенного дня для вас будет приятным испытанием. Насте, нашей 25-й невесте, предложили горячую новинку свадебного сезона. Пышный наряд, буквально отделанный золотом. Закрытый верх, украшенный кружевными рукавами, просто не может не вызывать повышенного интереса. Это платье – новинка нашего салона, настоящее произведение искусства. Оно щедро декорировано трехмерными цветами по лифу в платье и по низу платья. И оно оживляет образ невесты и делает более ее утонченным и хрупким. Свадебные платья с золотыми принтами выглядят так, словно художник прошел по ним своей кистью. Утонченное кружево и прикрытые руки придают образу целомудрие. Музыка.
there for me too. Why I'm holding on to something, won't let go of you for nothing. I'm running, running just to keep my hands on you. There was a time that I was so blue, what I got to do to show you. I'm running, running just to keep my hands on you. Первое платье мне очень понравилось, оно очень красивое, очень пышное, но это не мое. Золото мне не подходит. Платье, украшенное чудесными цветами, пошитое из дорогой ткани, не оставит ни одну невесту равнодушной. Элементы в стиле 3D уже использовались дизайнерами в предыдущих сезонах, но именно на свадебных платьях они выглядят на самом деле загадочно. Объемные элементы могут украшать абсолютно любую часть наряда, начиная с юбки и заканчивая корсетом, а шлейф добавляет царственности образу. Это великолепное платье, тоже новинка нашего салона, настоящий шедевр высокой моды. Классический облегающий лиф с длинными рукавами и роскошная пышная юбка позволяет каждой невесте почувствовать себя настоящей принцессой. Легкое облако фатина создает сложный многослойный образ. Внешний материал фатин и легкое кружево шантиле под ним, просвечивая сквозь него, контрастирует и дополняет друг друга. Также особый шарм и величественность платье придает невообразимо красивый длинный шлейф. Силуэт, который задают платье в стиле «принцесса», великолепно украшает женскую фигуру. Красиво очерченная зона декольте, тонкая талия и роскошный подол – этим правилам не изменяют даже самые авангардные кутюрье. Наряд буквально усыпан россыпью мельчайших элементов, которые будут загадочно мерцать на ваших праздничных фото и видео. Второе платье очень красивое, очень шикарное, пышное, шикарный длинный шлейф, но это что-то не мое, мне хотелось бы другое. Еще одна новинка свадебного салона Космобелла – платье работы итальянских кутюрье. Дизайнерский наряд украшен цветочной вышивкой. Это пышное платье буквально пронизано королевской аурой. Оно очень женственное и элегантное.
есть вещи, которые не теряют актуальности, не выходят из моды с течением времени. И это пышное платье из новой коллекции Royal Dress тому настоящий пример. Это пышное платье, о котором девочки мечтают с самого детства. Наш салон предоставляет огромный выбор коллекции Royal Dress, о которых мечтает каждая девушка. Обратите внимание на рукав. Тончайшая сетка, а на ней кутюрье будто нарисовал кружевную отделку. Такой элемент красиво подчеркивает изящность рук невесты, делая ее еще более нежной. Пышные модели – это как раз тот случай, когда можно продемонстрировать все достоинства женской фигуры. Корсетный лиф великолепно продемонстрирует талию и зону декольте, усилит эффект прикрытые руки, а пышная юбка создаст необходимый контраст объемов. Третье платье из королевской коллекции. Оно было обшито бисером, стразами. То есть в нем я себя почувствовала настоящей королевой. Но мне хотелось бы что-то более свободное, без рукавов, потому что в своей свадьбе я буду подвижной невестой и буду много танцевать. Как красиво. Это то, о чем я мечтала. Шикарное платье. Но наша героиня твердо стоит на своем. Настя всегда мечтала об элегантном, легком наряде в стиле рыбка. И мы считаем, что мечты невест должны сбываться. Хочешь рыбку – будет тебе рыбка. Образ девушки в таком платье становится утонченным, романтичным и сражает своим английским шармом. Кстати, в свадебном платье подобного типа выходила замуж красотка Жизель Трамп. Салон Космобелла предоставляет широкий выбор не только романтичных пышных платьев, но и различного рода рыбок. Эта модель платья рыбка – эталон элегантности и создана специально для тех невест, которые предпочитают в своем образе лаконичность и сдержанность. Элегантный фасон и аристократичная гаде юбки, шитая с использованием нескольких клиньев от 6 до 8 частей, создают женственный образ. Четвертое платье, конечно, мне очень понравилось. Это то, о чем я мечтала всю жизнь. Платье очень красивое, очень легкое. В нем удобно передвигаться, танцевать. Понравилось оно мне очень фасоном. Оно подчеркивает все мои достоинства. Мне понравился цвет. И мне понравилось то, что в нем нету ничего лишнего. То есть оно такое сдержанное в европейском стиле, так, как я хотела. Хочу выразить благодарность салону Космобелла, то, что они мне предоставили такое шикарное платье. Они воплотили мою мечту в реальность. Спасибо большое. Девушки, обязательно участвуйте в свадебном переполохе. И, возможно, вам повезет, и вы получите платье своей мечты. Вау, шикарное платье. Самое красивое платье.
Вместе с Настей на примерку в свадебный салон «Космо Белла» пришла и вторая участница проекта. Из множества представленных нарядов девушка выбрала классическое, но от этого не менее любимое сотнями невест во всем мире платье в стиле «Золушка». Ее покорила невесомость наряда, вырез бюстье и отделка корсета мельчайшим бисером. Ребят, здравствуйте, добро пожаловать в студию 312. Подарочную фотосессию от креативного фотографа Галины Комиссаровой ребята решили провести в студии. На меня вдвоем в кадр, тоже с улыбкой. Немножечко больше прям на то плечико к нему. Вот, теперь я тебя вижу гораздо больше в кадре. Давайте раз, два, три. Да, вот так, вот, хорошо, вот отлично. И вот так возьми ее за ладошку. Да, вот, вот теперь прям чудесно. Раз, два, три. Еще раз улыбнулись. Прям с любовью в глазах на нее смотрю. Конечно, фотосессия Love Story постановочная. Но главные герои в ней и сценаристы, и режиссеры, они настоящие. Творческий подход, даже кураж приветствуется. Чуть-чуть на расстоянии друг дружки. Да, и вот взглядом друг на друга, только чтобы сильно личики не отворачивали, да, с улыбкой друг на друга взглядом. Улыбнулись также? Хорошо. Пусть она смотрит с улыбкой в кадр, посмотри на нее с такой же классной улыбкой. Хорошо? Взгляд на шарик, да, вдвоем, каждый на свой. Каждый на свой. Чуть подальше шарика, да, вот так вот. Раз, два. Еще такой кадр. Раз, два. Давай и этим боком тоже попробуем. Вниз глазки отпусти, вот так сядь этим боком, да-да-да. И еще такой, чуть-чуть ко мне личиком. Еще такой. И на меня взглядом отсюда. Раз, два, три. А если ручку вот так поставишь буквально на край? Волосы назад. Вот. Раз, два, три. Еще такой. Височек чуть-чуть сюда. Да, вот-вот-вот, стоп. А, личиками к друг дружке, чтоб... И вот так, вот-вот-вот-вот-вот-вот, да-да-да, чтоб вы были личиками к друг дружке. И теперь взглядом на нее. Взглядом на нее. Прям поближе, ощути аромат ее волос, очень ближе ее к себе, да, во. Знойный летний вечер, искренние чувства наших героев и открытость фотографа – все эти факторы сделали фотографии Насти и Артема по-настоящему живыми, светлыми и лиричными.
Накануне свадьбы Настя побежала на маникюр по системе Джессика. Ничего колющего, ничего режущего. Вот одно из основных правил этой системы. Получая процедуру маникюра и педикюра, в идеале это проходит одновременно, клиент отдыхает и душой, и телом. На руки бережно надеваются термоперчатки. Таким образом, кожа более активно поглощает все необходимые полезные вещества. Nail Care Machine осторожно приподнимает кутикулу и улучшает кровообращение. Кутикула ни в коем случае не должна быть повреждена, а тем более срезана. Далее руки профессионально массируются с использованием техник антистрессовой программы. Пока мы сейчас с вами, Настя, делаем массаж, давайте с вами определимся, во-первых, с покрытием, да, что мы хотим. Это будет что-то нежное или это что-то будет интригующее, это может быть что-то, может, романтичное. Как вы хотите? Ну, что-то нежное. Что-то нежное. Платье с гипюром, я так поняла, и с какими-то пайетками. Да, хорошо, замечательно. А снизу это значит, ногти у нас будут где-то рядом. Рядом. А на ногти будем какие-то пайетки наносить, как-то украшать стразами, пайетками будем? Ну, может быть, только если на одном ногте. Да, безымянный пальчик, чтобы красиво потом еще смотрелось с кольцом, да? Хорошо. Кольцо золотое, серебряное? Золотое. Золотое. Хорошо. Теперь по поводу маникюра. Я уже вам рассказала, как это влияет на вашу кутикулу, да, чтобы вы можете, в принципе, забыть про ваш обрезной маникюр, да, и уже его не делать. Окунаем ручку, обнимаем щеточку. Дальше. Ручки мы сейчас увлажним очень хорошо, потом машинкой обработаем. Это уникальная технология, которая совмещает в себе 5 видов маникюра. Вот эти перчатки – это термотепловой маникюр. Потом у вас будет частично аппаратный, европейский, классический и спа-маникюр. Это все объединено в одну процедуру. И покрытие гель-лаком будем делать. Чтобы подольше осталось, да, сохранилось. Все, замечательно. Вот эта машинка, пластиковая насадка. Очень часто аппаратного маникюра многие женщины боятся. Только потому, что насадки используются с абразивом. Так как это пластик, насадка очень мягкая, и она нежно и аккуратно, не повреждая ногтевую пластину, освобождает ваш пальчик от птерики, мертвых клеток и так далее. И не рвет кутикулу, получается. Не портит ваш ноготь. Мало того, происходит массаж матрикса ногтя. Чувствуете вибрацию? Да. За счет вот этой вибрации происходит массаж матрикса ногтя, корня ногтя. Усиливается рост ногтя. Приток крови вызывает стимуляцию роста ногтя. Наш маникюр предназначен для того, чтобы вырастить свои здоровые натуральные ногти. Zen Spa – это система для педикюра, основанная на уникальной комбинации восточно-здоровительной философии, ароматерапии и натуральных растительных элементов с одной стороны и современной западной технологии ферментной терапии с другой. Так, значит, начинаем педикюр с диагностики ногтей клиента. Сейчас мы сняли покрытие предыдущее, которое было. Ну, в данном случае было покрыто гель-лаком, были покрыты ногти. Слегка поврежденный, один вот ноготочек прям сломанный. Ну, мы в дальнейшем при покрытии будем это все выравнивать. Уникальность педикюра Джессика заключается в том, что в состав наших препаратов
входят натуральные ингредиенты. Витамины, масло ши. В состав нашего скраба входят частички вулканической пемзы, которые очень хорошо отшелушивают и разглаживают. Крем для пяточек тоже при регулярном использовании разглаживает ножки, увлажняет и заживляет, что самое главное, заживляет трещины. В составе процедуры несколько шагов: смягчающая и дезодорирующая ванночка, обработка кутикулы и боковых валиков, придание формы ногтям, энзимный пилинг-стоп, маска для ног, волшебный расслабляющий массаж и покрытие. Мой день сегодня начался очень хорошо. Я посетила салон Джессика. Здесь очень внимательные профессиональные мастера. Мне очень понравился маникюр, очень понравился педикюр. Красота и уверенность невесты в день свадьбы напрямую зависит от правильного и стойкого макияжа. Популярный стилист Дмитрий Танковит знает, что для свадебного макияжа важно ни в коем случае не допустить эффекта маски на лице. Ведь невеста – это бесконечно женственное, нежное, эфемерное существо. В нежном летящем платье она никак не ассоциируется с многослойным гримом. Традиционно акцент был сделан на глаза. Наш мастер «Золотые ручки» использовал пастельные и нежно-коричневые тона. Естественно, что визажист сделал коррекцию лица. А это значит, что на фото и видео Настя будет выглядеть безупречно. This music just been going on, going on. But as long as you're looking, I'm not going home. Oh, I've been dancing on my own, on my own. As long as you're looking, I don't feel alone. This music just been going on, going on. But as long as you're looking, I'm not going home. Говорят, что на средние волосы можно сделать более 200 причесок и укладок. Мастер Вероника Сулейманова знает, что цель свадебной прически заключается прежде всего в том, чтобы подчеркнуть достоинство и красоту невесты, озарить ее образ сиянием и неповторимой нежностью, романтичностью и очарованием, с которым неизменно ассоциируется свадьба. Свадебная прическа из собранных волос сделает невесту изящной и элегантной, открывая плечи и шею – предмет восхищения художников всех веков. So when your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you, I'll be there for you. When you're screaming but they only hear you whisper, I'll be loud for you,
you gotta be there for me too. Ну вот мы и закончили нашу победительницу свадебного переполоха. Думаю, получилось все замечательно. Что хочется сказать? Хочется пожелать вам счастья, любви, взаимопонимания и долгих-долгих лет жизни. Ну вот мы и закончили образ. Образ получился у нас такой нежный, красивый. В свою очередь мне бы хотелось поздравить Настю с этим таким знаменательным днем, чтобы у них в жизни всегда все было хорошо, чтобы она ни грамма не огорчалась никогда, чтобы она была не просто, чтобы этот день был не просто для нее таким ярким событием, она стала победительницей программы «Свадебный переполох», и чтобы Настя у нас была по жизни победительницей всегда и во всем. Для меня сегодня очень радостный и волнительный день. Сегодня день моей свадьбы. Я очень рада, что я выиграла свадебный переполох. Спасибо огромное мастерам своего дела. Это Веронике и Диме. Я очень рада, я всем довольна. Спасибо большое. Пати Бас. Отличная возможность сделать любой праздник запоминающимся. День рождения, свадьба, встреча друзей, одноклассников, мальчишник или девичник, корпоративы. Всегда хочется провести так, чтобы запомнить этот день на долгие годы. Но обычно длительный выбор места для проведения мероприятия заканчивается банальным рестораном. Сделайте правильный, а главное, оригинальный выбор. Устройте праздник на колесах. Куролесить так по полной. Пати-бас – это лимузин и автобус одновременно. От лимузина ему достались широкие диваны, барная стойка, аудио- и видеосистемы, абсолютный комфорт и американское происхождение. От автобуса – размер и высота потолков. Вы сами определите маршрут, по которому будете двигаться. Салон обшит специальными звукоизолирующими материалами для того, чтобы вы могли отдыхать, не доставляя никаких проблем окружающим. В салоне установлены самые современные системы климат-контроля. Все ваши гости смогут удобно разместиться на мягких и уютных диванах в двух отсеках автобуса. Пати Бас оборудован отличной звуковой аппаратурой и плазменными панелями. В нашем случае мы любим Пати Бас еще и за его удобство. Согласитесь, пока всех гостей по нескольку раз в день по машинам рассадишь, посчитаешь, дождешься, проконтролируешь, к вечеру с ума сойдешь. А тут все в одном месте, и не надо беспокоиться о том, кто сегодня будет трезвым водителем. Пати Бас – мир больших вечеринок. В нашем проекте появилась новая услуга – декор вашей свадьбы от компании «Чудо-свадьба». Каждая свадьба наших дизайнеров – отдельное произведение искусства. А как иначе, если декоратор Любовь Мурсалимова сама просит невест, а давайте сделаем что-нибудь вкусненькое, то есть неожиданное и креативное. Фантазия работает на все 100. Свадьба наших победителей проходила дома, поэтому услуги декора им не понадобились. А вот букет получился классным. Он был изготовлен из ярких красных роз с добавлением ягод брусники. Размер и цвет идеальны. Идеально подошли Насте. И наряд подчеркнут, и образ невесты получился целостным. В компании «Чудо-свадьба» вам сделают букет на любой вкус и кошелек. В ход пойдут перья, ягоды, фрукты, овощи, украшения, ткани и вообще все, что попадется флористу на глаза.
like you want me. I can feel your eyes, so go tell your friends goodbye. We can make our way outside. If they think they're gonna stop you coming with me, better change their minds. The Henny got us feeling right. You're going home with me tonight. Let me hold you, girl, caress my body. You got me going crazy, oh. Turn me on, turn me on. Let me jam you, girl, whip all around me. You got me going crazy, oh. Turn me on. Это была наша юбилейная, 25-я свадьба. Будем надеяться, что впереди у проекта «Свадебный переполох» еще много таких по-настоящему влюбленных пар. «Свадебный переполох. Крылья вашей мечты». Космобелла. Салон счастливой невесты. Выбирая платье, начни с лучшего. Космобелла.